Вам показать еще мне пришел пакетик. Здесь наклейки по месяцам для малыша, для того, чтобы фотографироваться. Сейчас я открою, посмотрим, что там внутри. Внутри вот такой вот пакетик. Написано «Два жирафа. Мастерская идей». Это вот фирма, которая изготавливает такие наклеечки. То есть их можно наклеивать, например, на стену, когда малыш уже не хочет спокойно лежать. И там таких вот 12 наклеек по месяцам. Наклейки, конечно, очень красивые. Мне они, конечно, очень-очень понравились. Обычно просто на белом фоне, розовенькими буквами, а здесь вот они такие все яркие. Такие вот наклеечки. И выслали мне их, сказать, можно, что прям в этот же день, как я оплатила. То есть очень все быстро. И стоили они в районе 350 рублей. Ну, плюс за доставку еще там получилось. Но это у всех будет индивидуально, в какой город вы заказываете. Из Красноярска. Шла мне посылка, в общем, такие вот заказала малышки наклейки, чтобы фотографироваться каждый месяц. Миленькие очень. Так вот. У меня также с Алиэкспресс такой пакетик, я еще не открывала. А здесь нагруднички для малышки я заказала. А я их планирую использовать для того, чтобы, когда маленький ребенок сыргнет или вдруг нечаянно там прольется, например, на нее молочко, чтобы у нее не моралась сама одежда, а чтобы все попадало на такие вот нагруднички. Ну и, конечно, такие цвета я выбрала для девочки. Это такие хлопковые. Это такие хлопковые нагруднички, они двухсторонние. Имеют два размера, которые можно регулировать. То есть, либо меньше завязывать, либо побольше. Единственное, что немножечко мне не нравится именно вот в этих вот нагрудниках. У меня до этого были с подкладом другого цвета. И они были немножечко иначе прошиты. А здесь тоже был шов. Эти, когда их стираешь в процессе, они как бы немножко деформируются. Такой эффект, когда внутренняя, например, сторону повело, а внешняя больше. И получается, что не ровно такой вот краешек, а немножечко как бы деформирован. Но в принципе, как бы я такими пользуюсь нагрудниками для сына. И меня это вообще ни капельки не смущает. Кроме того, у меня таких нагрудничков еще и пацанячих очень много. Ну, такой, не прям, конечно, пацанячих. Но остались, в общем, оценульки еще. Теперь мне их очень вполне вообще предостаточно будет. Поэтому вот такая покупочка. Купила в фикс прайсе очень нужную такую вещь для роддома. Прям очень удобная. Это набор емкости такой дорожный. Здесь, в общем, есть две баночки для шампуня и, например, бальзама или геля для душа. И еще вот такой вот флакончик с помпочкой. Я думаю, так для мицеллярной водички, например, можно использовать. И вот такая еще баночка под крем. Но на самом деле очень удобно пользоваться такими миниатюрками, потому что в роддом вот эти боди с собой брать, шампуни. Я, по-моему, в прошлый раз наливала куда-то в какие-то баночки, во всякие флакончики от лекарств. В общем, искала во что налить. Думала, ломала голову. А сейчас можно за 50 рублей вот такой набор купить в фикс прайсе. Но сейчас тут не хватает здесь еще одной баночки все-таки для набора. А, кстати, здесь еще есть воронка и ложечка, чтобы удобно было все переливать, накладывать. Но все-таки вот не хватает еще одной баночки, потому что, ну смотрите, вот шампунь, да, самое необходимое, шампунь, бальзам, гель для душа. Вот для геля для душа прям не хватает. А в эту все-таки удобно наливать всякую мицеллярную водичку для умывания, либо гель для умывания, потому что она идет с помпой. Я даже, может быть, потом я вообще буду пользоваться мицеллярную водичку переливать сюда, чтобы большую банку не использовать. Вот. И пришли еще такие две покупочки для дочки с Алиэкспресса. Ссылку оставлю. Вот такие двое носочков. Одни такие белые с горошинками, одни такие розовенькие.
пришли быстро достаточно, что-то даже не помню за сколько, особо не засекала время. Но что-то прям когда пришли, я удивилась, что быстро. И мне прям подкупило их качество. Они очень-очень мягкие, они прям хэбэшечки. Очень-очень такое клёвенькое качество. И здесь все хорошо прям пришит вот эти вот штучки. Я все боялась, что они такие одноразовые будут. Одел, сфотал ребенка и все, и выкинуть можно. И хорошо пришит, так вот приделан на какую-то штуку бантик. То есть не на сопельках, скажу так по-русски. Вот, поэтому прикольно такие. И вот за две пары я что прям отдала недорого. Что прям в районе 50-60 рублей. Ну, для носков, на самом деле, это очень дешево. Особенно с России, почему-то носки как, не знаю, что стоят. Вот, такие вот еще мои покупочки для малышки. Я на этом с вами прощаюсь. Всем пока-пока.